Всем привет, мои дорогие! Сейчас вечер, и мы с Женей вдвоем идем погулять. Решили еще... Что-то я есть захотела, если честно. И мы решили еще ночью поесть. Я вообще планировала на море не сильно есть. Вот я думала, не буду есть я мясо. Ну, так сказать, немножечко похудею. Но не получается. На море едем еще больше. Так что мы идем в кафе на набережную. Ага, мясо она есть не будет, а грибы она будет есть. Грибы я люблю. Мы пришли на набережную. Сейчас время... Сколько шагов здесь? Сейчас мы точно Сколько скажем. Мне просто интересно. Мы обычно раньше снимаем. 9 час уже, да? Ага. 9 час. Сейчас просто покажу вам, сколько здесь людей. В кафешечках сидят люди. Довольно-таки прилично. Ну, уже получается практически ночное море, я вам сейчас показываю. А на пляже все равно люди. 9 часов вечера. Кто-то купается, кто-то пытается загореть. А почему нет? А море-то штормит. Штормит. Для тех, кто не видел. Днем здесь все забито. Днем все забито. Сейчас стоят шезлонги. Ну да. Некуда не сесть, не прилечь. Приходится проходить туда дальше. Потому что с утра уже они все расставлены. На ночь вот собирать вот такие вот стопки. Качели тоже. А качели на ночь оставляют, да? Нет, их разбирают. А во сколько, интересно, будут собирать? Ну, я не знаю, во сколько. Но, по-моему, собирают вот эти вот. Ну, в принципе, да. Вдруг, если будет шторм сильный или что-то еще, наверное, их убирают. Закат красивый. А, ну вот, собирают. Собирают? Да, вон сходит. Сейчас покажу. А, да, вот, собирают. Это мы так идем в кафе. По пляжу обходим, по песочку. Песок, ямы понарыты. Да. Ходить-то ничего не отвечается. Вот такие вот дома строят. Ну, тут не сильно видно, потому что темно. Не, не видно. Я бы вам показала, но здесь пирамиды такие. Женя, фонариком не светит. Пирамиды. Дети строили, наверное. Не видно, да? Да видно чуть-чуть. Видно. Но лучше всего, конечно, это море. И вот такой красивый романтический закат. С одной стороны закат, с другой стороны луна. Она как фонарь прям. Давайте несколько минуточек посмотрим на закат. Пойдем может тогда потом.
сейчас сделаем заказик, уже сидим в кафе с видом на море. Я вот ночью решила выпить молочный коктейль. Плохо видно, но все же. А ты включи фотоспышку. Коктейльчик у меня с банановым вкусом. Сейчас жду грибочки. Скорее всего, долго ждать придется. А Женя ждет крылышки. А пиво здесь теплое. Так, ребята, нам принесли грибочки. А с чем-то они, с базиликом, кажется? Да, базилик. И крылышки. Я понимаю, конечно, что плохо видно, но все-таки ночь. Вот. На самом деле, прям ароматненько. Ароматно. Ну что, приятного аппетита нам с Женей. Приятного аппетита. Все для зрителей. Да.